смотрите, сразу выходите отсюда. Сразу он только вышел, поросенок. Первым делом ему надо, чтобы он за это самое. Вытереть его от слизи. Морду вытирай. И спинку растирай, чтобы он зашевелился нормально. Ну, это нормально шевелится. Зашевелился. Подождите сейчас. Очищаем ему дыхательные пути сразу же. Видите, да? Слизь убрали, все убрали, ротик открыли, все нормально. Теперь спинку потри ему еще, чтобы растереть его, чтобы он, ну, кровь зафункционировала нормально. О, заварняк его, значит, хорошо. Лапки вытри снизу, все это повытирай. Давай, давай, вытирай, не стесняйся. И сейчас мы ему пуповинку отрежем. 5-6 сантиметров делаем длину пуповину. Давай его на бочок, я ему сейчас. Значит, когда отрезаем пуповину, может кровоточить сразу. Имейте в виду. Ну, такую большую сделаем. Чтобы не кровоточило, ну, в идеале пальчиками ее откусить, вот так вот пережать одним пальцем, а вторым отрезать. Я камеру держу. Илюха, я вот так пережму, а ты чикнешь. Пальцами, когда отрываешь, не так кровоточит. Ну, вы не пугайтесь, если давай. Не-не-не, Илюха, за моими пальцами. Да-да-да. Угу, режь, режь. Да режь, не бойся. Да режу. Эти, в принципе, крови практически нет. Единственное, у меня сейчас йодом, они просто опускают в баночку с йодом. Ну, вот. Так как... Сейчас, подождите. Я особо не подготовился, как всегда. Все случается совсем не тогда, когда хочется. Мы его обработаем перекисью. Перекись водорода. Все, в принципе, он готов. Давай его бросай. Если он сейчас опилочки еще на него там будут липнуть, не страшно. А ну выйди, Илюх. Да, я сниму всю банду. Опилки там на него будут сейчас попадать, липнуть, не страшно. Он им оботрется, так скажем. Видите, в чем достоинство опилок, хорошо. Даже сами, когда они сами поросились, они, в принципе, были сухие, все нормально. Сын, грей. Пол теплый. Пол теплый. Да. Поэтому даже тот момент, что первых я, ну, ночью было, под утро, видно, начал пороситься, я не бегал. Я знал, что по срокам уже пора. Да, ёханый мамай. Даже видос снимал. Подготавливал клетку 2 дня назад к опоросу. Ну, видите. Не все слаживается так, как хочется. Но тем не менее. Пусть вас не пугает то, что там они на них налипают опилки, что пол неровный. Свинка, в принципе, нормально это дело все. Ну, как, скажем так, сейчас она опоросится последним и успокоится. Ляжет, даст им спокойно кушать там все эти вещи. Трошки нервничает, носится. Ага, значит, еще один момент. Пуповину важно убрать. Послед, ну, то есть место. Пуповину все это убрать. Иначе свиноматка может, ну, съевший его, может и поесть и поросят. Ну, у нее все равно, как бы, она же не человек. Стрессовая ситуация, она может неправильно себя повести. Поэтому лучше это все дело от нее подальше убрать. Грудичку ей. Она у нас... Пьет. Смотри, пьет правильно, ёхан его мой. И как обычно. Блин, вот тут. Самый кабан. Да не. Она такая аккуратная. Она не падает. Как придурочная нам. Он сейчас опять ляжет и опять будет пороситься, наверное. Место, видите, как бы все упирается в этот самый.
Сарай на облако, конечно, бы под нее побольше можно было. Ну, про то. В тесноте да не в обиде. Так. Все, будем сейчас ждать прихода следующего поросенка.